Здравствуйте, дорогие зрители! Поздравляю вас с праздником Рождества Христова! Сегодня в нашей передаче сам митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий расскажет, как вести себя и что делать в этот светлый праздник. В первую очередь необходимо обязательно пред Рождеством Христовым причаститься телу крови Христовой, поисповедоваться, чтобы принять Христа, как приняли вот те пастухи, которые услышали ангельскую песнь, как те волхвы, которые были провозвестниками Рождества Христова, которые пришли поклониться Христу и принести ему дары. И мы в эти святые дни, предрождественские и в праздник Рождества Христова, должны принести нашему Господу наше любящее сердце, наши добрые дела, молитву. И самое главное, обратить внимание на то, что происходит с нами. Живет ли в нас Господь? Присутствует ли Он в нашей жизни? Или просто-напросто мы так, от случая до случая, в этот день пришли в храм для того, чтобы отметиться? Больно и жалко таких людей, которые только раз-два в год приходят в храм и считают себя православными христианами. Для того, чтобы быть православным, необходимо быть в единении с Господом. А единение с Господом происходит в таинствах Церкви, в таинствах Евхаристии. «Еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и я в нем, говорит Господь». Другого пути у человека нет. К этому надо готовиться, к этому надо стремиться. А все остальное внешнее, оно само по себе придет, потому что мы знаем, что в день праздника Рождества Христова определенная трапеза. Мы знаем, что немножко можно расслабиться, но самое главное, чтобы не забывать о самом главном, что Господь присутствует в нашей жизни».